Друзья, на выставке «Искусство и добро» нужно делать добрые дела. И, можно сказать, небольшое чудо произойдет совсем скоро. Дело в том, что один из победителей нашей выставки является чудесная девушка-художник Алиса Скоркина. Алисе 35 лет, она написала свою картину с помощью глаз и подбородка. Она победила, очень честно победила среди 2000 работ. Мы не знаем, кто стоит за этой работой. Оказалось, что Алиса Скоркина, к большому сожалению, является инвалидом. И мы познакомились с ней на открытии выставки. Здесь был полный аншлаг. Родители Алисы сказали, что мечта Алисы познакомиться с Филиппом Киркоровым, что он вдохновлял ее с самого детства. Она обратился к Филиппу Дросовичу, и он сразу же согласился приехать и встретиться с Алисой лично здесь, на выставке «Искусство и добро». Привет! Ну что, познакомимся? Вот. Я Филипп. Алиса. Алиса, да. Да. Алиса в стране чудес. Точно. Да. Так получилось, что Алиса победила в нашем конкурсе «Искусство и добро». Ты моя дорогая, а где ее работа? Давайте к Алисе на работе. Алиса создала эту работу глазами. Работа самой Алисы. У тебя красивая работа. Вам бесплатно. Нет, этого не может быть. Лиза. Сколько у вас потратили? Алиса, я хочу эту работу купить. Я ее повешу у себя. Можно? Видится для нас это вот как сон, реально. Красивые фотографии, моя история, мои... Я тебе его сейчас подпишу. 5-10-24. Тебе? Еще на какую память? Да. Благодарим. Это вам. Это самое видное место у себя. Че, пойдем посмотрим? Да. Давай. Давай. Спасибо тебе большое за твое искусство. Ты очень талантливая. И вам все, что вы делаете, очень человечно. Я стараюсь. Да. Я стараюсь по мере своих скромных возможностей. Да. Очень рад, что произошла эта чудесная встреча и два сердца встретились друг с другом. Рассказывать про вас. Про ваш труд. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Алиса, спасибо тебе большое. Спасибо. Алиса чудесная девушка, чудесный художник. И большое спасибо Филиппу Киркорову за его человечность. Поэтому делайте добрые дела каждый день, насколько это возможно. Делайте добрые дела, и насколько это зависит от вас. И тогда мир вокруг нас станет немножечко добрее и гораздо лучше.